почему я уехала и почему я вернулась. И ответ один на оба вопроса – случайно. Случайно уехала, случайно вернулась. Почему уехала? Уехала, потому что было мне 30 лет, и такое у меня был, я какой-то поздний плод. И мне было, я очень поздно, я до сих пор, собственно говоря, какой-то недоразвитый человек. Вот я, например, до сих пор выбираю профессию, никак не могу решить, кто я. В Нью-Йорке, в котором я прожила почти 15 лет, я могла быть только художником, в основном таким художником-изготовителем каких-то предметов, скажем так, да. А мне хотелось распространять в мир не просто предметы, а идеи, крутить вокруг себя энергию других людей, и поэтому, наверное, я стала куратором. И опять же, все это случилось случайно. Я никогда не хотела быть театральным художником или куратором, уж тем более архитектором. Никогда не думала, что меня назовут ювелиром, никогда не думала, что я стану режиссером. Бесконечно удивляюсь до сих пор, что я продюсер, и я сейчас боюсь чего-нибудь забыть. Вот я керамистом недавно стала, например. Вот, видите, тут горшки даже мои стоят. Я очень многому научилась. Я научилась не жалеть себя, я научилась тому, что практически все преодолимо, если ты хочешь это преодолеть. Хоть что-то преодолеть, не нужно в это упираться, а нужно потерпеть. Я познакомилась с очень важными людьми, с которыми до сих пор мне важно быть. И я научилась, ну, наверное, 20 разным художественным профессиям, как минимум. В общем, жила я себе, жила в Нью-Йорке. Я ездила, у меня была куча друзей у Боба Вилсона. Как раз тогда только строился его Watermill-центр. И я туда приезжала летом часто. И там я познакомилась с молодым человеком, который очень хотел со мной общаться. В Нью-Йорке ты осторожно относишься к русским, ты не знаешь, что это за русские, откуда они пришли, кто они такие. Но этот человек своей как бы напористостью и желанием с тобою дружить мог победить кого угодно и, конечно же, победил меня. Это был Федя Павлов Андреевич, который приехал как раз к Вилсону на какой-то тренинг. И он постепенно стал меня тащить в проекты. Первый проект — это была выставка на Солянке, где теперь я являюсь директором, и где сейчас происходит эта съемка, и это очень странно. И это был проект, в котором я выступила художником, и моя инсталляция «Гетто Шик» стояла на первом этаже этого здания. Следующим проектом был спектакль. Мой первый спектакль в жизни — «Елизавета Бам», который мы с ним сделали. После чего мы с ним сделали, по-моему, 6 или 7 спектаклей. Даже не знаю, что из этого мое самое любимое, все они мои любимые дети, но, может быть, я должна выделить «Старуху» со Степанидой Борисовой, потому что это было для меня чем-то совсем другим и новым. Я сделала так называемую живую скульптуру, постоянно разрушаемую и постоянно строящуюся. Я всегда принимала участие в спектакле, и для меня это было очень важно. Я создавала скульптуру своими руками. Это была скульптура наполовину вещь, наполовину живой человек. Рассказ «Хармс», мы играли его довольно долго. Он был даже номинирован на «Золотую маску», была актриса номинирована. Я его очень люблю, очень люблю, очень по нему скучаю. Мне очень жаль, что я его, наверное, больше никогда не увижу. Я с детства очень люблю театр. Я когда-то была в ранней юности, даже можно сказать, в детстве актрисой. Да, я в театре Списивцева играла, подавала надежды. Я очень люблю театр. Думаю, что я в этом, конечно, вопросе не оригинальна, но моя любовь сложная. Я его люблю и не люблю одновременно, и мне невозможно в нем работать, потому что современный художник, которым я себя считаю, художник, который работает на площадке современного искусства, он в гораздо большей степени режиссер, чем художник. Это совершенно другой взгляд, это абсолютно иначе сознание твое работает, поэтому мне очень трудно работать с режиссерами, я все время лезу в режиссуру. И то, что я предлагаю, это не столько художественные решения, сколько режиссерские решения. И поэтому вот Федор Павлов Андреевич — это мой постоянный партнер в театре, потому что это человек, который меня слышит, мне верит, и у нас получается
вот эта трехкомпонентность, да, вот эта синергия, когда ты берешь одно, берешь другое, складываешь, получается что-то третье. Я пробовала с другими режиссерами. С Серебренниковым мы сделали спектакль «Сон в летнюю ночь», и в результате это спектакль, которого не существует. Я сделала с ним всего один спектакль, того нет. Я очень хотела сделать спектакль с Владом Наставшимовым, режиссер, который мне очень нравится, он очень драматический режиссер. Ничего не получилось, все развалилось еще на стадии работы над спектаклем. Тут есть два пути. Либо Федя будет ставить еще спектакли, я буду в них принимать участие, либо я продолжу свою режиссерскую карьеру. Я уже поставила один такой перформанс RNJ в Первоуральске. Очень важный для меня проект. Там были несколько компонентов. Это шумовые машины Пети Айду, Аня Абарихина с ее танцорами и Юлия Шимолина, которая читала монологи из Шекспира. А я была режиссером и художником-постановщиком, и продюсером, и вообще всем остальным. И мне этот опыт очень важен, и я очень люблю этот проект, вообще очень люблю. Закончила я текстильный институт. Тогда он назывался Академией, текстильная академия имени Косыгина. И когда я в нем училась, то и вообще, почему я туда пошла, там был огромный конкурс, туда было очень трудно поступить, потому что это было единственное место, где учили быстрому такому сочному рисунку и быстрой живописи. У нас не было постановок там по 100 часов, у нас были достаточно короткие, там, 4-часовые, 2-часовые сессии. Пастозная живопись, наброски, в общем, мне это больше подходило по моему темпераменту, и я пошла учиться туда. Я должна была специализироваться на набойке, так называемой. Да. Это была самая художественная профессия из всех предлагаемых в текстильной академии. Мы презирали модельеров, мы свысока смотрели на обувщиков, и даже трикотажники нам казались какими-то недохудожниками, а мы-то как раз были художники-прихудожники. И никто из нас не думал, что будет работать в текстиле. И я никогда не думала, а в результате единственный из курса, когда я закончила академию, я тут же организовала свою компанию, которая называлась «Екатерина Мороз», и мы изготовляли, собственно говоря, платки своим рисунком. Это было страшно интересно. Это дело, которое я люблю и обожаю. Сейчас, кстати, привезла платки из Нью-Йорка, которые там застряли, вот сделанные когда-то в Москве, увезенные туда, и теперь через много лет привезенные обратно. Сейчас, конечно, самым главным проектом моей жизни является «Граунд» — Государственный районный артистический университет независимых дарований. Эту дурацкую аббревиатуру я придумала, надо сказать, в разговоре с чиновником буквально во время разговора по телефону, вот, потому что «Граундом» называть это было нельзя. Слово это англоязычное. И когда мне сказали, что я не могу английским словом называть русский проект, я сказала, что это вообще-то не английское слово, а аббревиатура. Вот. Что же это такое? Это не определенное место, это скорее форма, которая переходит из одного места в другое. Это проект, в котором возможно все, и все в него замешано. Тут есть и театр. Есть такой у меня проект, я люблю аббревиатуры, ХМАТ, художественный междисциплинарный антитеатр. Это и АСК, архив сенсорной культуры. Это такая большая коллекция, которую мы собираем, и которая состоит в основном из саунд-арта, а также театра у микрофона и вообще чего угодно, звуковые проекты. Разные выставки, это спектакли, это концерты, это показы. И это просто люди. На граунде важны все. Хочешь быть режиссером – будь, хочешь быть художником – будь, хочешь быть танцором – будь, и вообще ничего не бойся. У нас 8 проектов на граунде, 8 выставок. Ну, если не считать то, что у меня за спиной, это 9-я. Но она так случайно получилась, честно говоря. Я просто привезла из Суздаля, где я надымов керамика, я делаю, расписываю эту керамику, я ее привезла и расставила. Один из самых моих любимых проектов, я расскажу тебе. Я просила друзей, интересных людей рассказывать о тех проектах, которые произвели на них впечатление в виде прогулки. Это могла быть прогулка по городу с Сергеем Никитиным или прогулка по выставке с Аней Наринской. Лиза Плавинская рассказывала о своих впечатлениях
от книг самых первых в жизни и так далее. Я расскажу тебе моду, я расскажу тебе дизайн Саши Саньковой. А вообще все это началось, я расскажу тебе кино. Леша каждую пятницу рассказывал фильмы. Вот, например, фильм «Влюблен по собственному желанию» в его исполнении занимал 4 часа 46 минут. Удивительный опыт. Когда закончилась изоляция, я решила вывести этот проект офлайн. Я построила такой антураж, соответствующий тем местам, из которых вещали, собственно говоря. Да? Я построила как бы квартиру Наринской или квартиру Саши Саньковой. А Лиза Плавинская, которая никогда не была дома, пришла, посмотрела на инсталляцию и сказала: «Господи, это совершенно как у меня дома». И все ее друзья сказали: «Лизка, это же как у тебя дома». Для меня жизнь в Москве на данный момент практически единственная возможная жизнь. Это единственное место, в котором я себя вообще представляю. Мне кажется, что Москва очень для художников подходящее место. Художник — это не профессия, и здесь это никто так и не воспринимает. Это тип личности. Когда ты говоришь, что ты художник, это не значит, что ты зарабатываешь этим деньги. Это значит, что ты художник. Если, например, в Нью-Йорке мне было бы невозможно объяснить, почему я сегодня художник, а завтра куратор, а завтра я работаю в театре, а послезавтра я делаю еще что-то, да, то здесь это ни у кого не вызывает сомнения, всем абсолютно окей, то, что я перехожу из одной профессии в другую, никто не задает мне по этому поводу глупых вопросов, мне это очень нравится. Если мне задают вопрос, какой именно я художник, что я делаю, то я отвечаю, что я художник, который специализируется на сайт-специфик инсталляциях. И, кстати говоря, и театральная моя деятельность, и кураторская моя деятельность, и режиссерская, и всякая другая, безусловно, именно из этого исходит. Сайт-специфик инсталляции, которых у меня какое-то количество, они зачастую большого размера, они могут быть и 9 метров в высоту, и 34 в длину. И иногда они кинетические, а иногда они статические, и их скорее можно назвать скульптурой. Я художник, который работает в разных масштабах. Например, мои мини-скульптуры можно носить, и некоторые их называют брошками или колье, а я их называю мини-скульптурами в стиле буржуа-панк. Это тоже сайт-специфик. И, конечно же, Солянка, галерея-мастерская Ground Солянка, она вообще вот, она в целом мое сайт-специфичное произведение.